Всех приветствую на моем канале. Сегодня я буду снимать мини-обзорчик, можно сказать, на мой самодельный домик. Я его сделал недавно, ну как недавно, месяца 4 уже стоит. Тут такая вот крыша, лампочка. Снег. У нас уже снег. Тут так можно сказать, из чего нашел, из того и сделал. Тут я провел кабель такой. Он подключен к дому. Ну, самому настоящему я имею в виду. Здесь вот проводок идет, и вот он как раз и питает эту лампочку. Потолок у меня из пленки. Корпус и дерево, опилки прессованные. Тут вот, можно сказать, этот лобзик. Тут я всякие штуки делаю обычно. Это скамейка, можно сказать. А это вот доска к следующему видеоролику. Скорее всего. Тут у меня не убрано, конечно. Там клей, вон ПВА, там тут ПВА тоже. Там лак. Тут не убрано, тут везде опилки. Ну, обычная мастерская, типичная мастерская, можно сказать. Здесь у меня мой велосипед стоит, ну, как гаражик. Тут у меня открывается окно. Вот, чтоб никто не пролез, закрыл. Тут у меня самые всякие, мои самые все самоделки. Там вот, типа, обрезки, мечи, биты. Тут вот двухстволка, типа, и катана. Тут арбалет. Тут морской бой, там всякие вот штатив, тут всякие там мелочь всякая, рогатки. Там, о, снайперская винтовка, кстати. Тут у меня дверь, и она, то есть, поднимается вверх и закрывается. Поднимается вот за цепь, за эту цепь. И поднимается. О, Аля тоже вместе со мной гуляет. Вот и как он выглядит со стороны, мой дом. Вот эта дверь. Аля. Вот это старая дверь от курятника какая-то. Тут вот стена. Выглядит, конечно, он не супер, но... Я его сделал где-то за месяц с другом. Так, у нас материалов же не было особо. И вот слепили по-быстренькому. Здесь надо будет починить немножко, но это не проблема. Здесь нет. Это еще одна стена. Вот как раз это окно. Вот туда. Ну, такой не маленький, небольшой домик. Он как прикольно светится так. И все освечивает вокруг. Ну, на камере не видно, не передает. Вот. Но тут вокруг все свечено. Что лает оно? Что там лает? Аля. Вот. Такой вот у меня домик. Здесь вот лестница, угадайте, куда она ведет. Наверх! У меня тут, то есть, я бы не сказал, что это домик, но, блин, это похоже на гнездо, знаете. То есть я туда захожу. То есть вот, это... О, тут бинокль мой лежит. Так, смотрю иногда. Вот так вот, все. Там снизу мой домик видно. Тут еще этот гнездо для птиц. Как это, скворечник?
Он тоже довольно такой большой, умясный. Мы сюда с друзьями человек 5 влетало, садились все. Вот. Я это все сам вот делал. И это тоже. Ну, домик мне друг помогал немножко делать. С материалами помогал. Ну, вот такой вот домик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Обязательно подписывайтесь на канал.